Три поросенка, три толстяка, три богатыря. А это у нас кто? А это три женщины. И я, Эмилия Культурица. Ну, пойдем, Культурица, в театр «Манекен». Акустика. Женщины! Вы где? Тихо, идет репетиция. А мы зайдемцы. Вот, здравствуйте, мои милые родненькие барышни! Здравствуйте! Какие вы беленьком-то все, симпатичные! Ну, расскажите, три женщины, нужна вам четвертая или нет? Нужна. Все, спасибо. Меня берете? Пойдем с нами. Ну, расскажите, кто кого из вас играет? В общем, одной 92. 91. Второй 50. 51. 52. И третий 26. Мужчин совсем не будет, совсем-совсем. Будет. Один. Один. Это вы все про режиссера говорите, да? Про Владимира Михельсона. Кстати, он режиссер. А, девочки, давайте на 5 минут прервемся. Паша, пожалуйста, сделай станок, ладно? Паша, молодец! Здравствуйте, Владимир. Здрасте. Пока девочки отдыхают, другая девочка в деле. Я Эмилия Культурица. Знаете меня? Нет, первый раз вижу. Очень ценный кадр в культурной жизни Челябинска. О! Как и вы. Да? Да. О чем вообще все это будет? Пьеска-то о чем? Умирает старушка. Хороший зачин. И никак не может умереть. Это плохо. Это да, потому что это трудный переход из одного в другое. Да, и тогда ей оттуда, с неба, как мы это называем, посылают ее же, которая погибла в 52 года. И та ей начинает помогать осуществить этот переход. Да, да. Но у нее ничего не получается. А... Тогда оттуда, там же всегда нам помогают, это посылают да. ее же, которая погибла в 26 лет. И по ходу дела выясняют, какой из этих трех возрастов виноват в том, что жизнь не сложилась? Это вообще, это ужастик вообще-то, нет? Нет, это жизнь наша. Мне нужно выйти. Что? Я хочу выйти. Мне нужно выйти. Первая, вторая, третья, 15-16 февраля. Три женщины, а я четвертая, Эмилия Культурица, была в театре «Манекен» на разговоре, которого, считай, и не было. А премьера состоится, будет, как и я. Пока, с вами была я, Эмилия Культурица. Пойдем, Культурица.